Привет, привет, что сыграть? А что умеете? А вот смотрите, а такую песню знаете, вот по-любому. Продолжается. Спасибо. Ой, что-то не знаю. Да. Знаете эту песню? Нет. Не знаете? Ну Нет. ладно. Ну это Алена Швец, исполнитель такой, ладно. А что слушаете? А я просто люблю гитару, играйте. Ладно, все, вопросов нет больше. Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск чат-рулеточки. Продолжаю играть все эти крутые композиции, которые я выучил. Продолжаю играть свои старые композиции, веселить народ и все такое. Как всегда, прикольные реакции и хорошее настроение — это вот все то, что ждет вас в этом ролике. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик обязательно, потому что стараюсь, ребята, только для вас. Поставить лайкосик, ну и написать коммент, какая реакция вам понравилась больше всего. Приятного просмотра. А теперь нормально, давай. Привет. Ого, у тебя какой... что-то на море, что ли? Не, это фон такой. Ну, типа, видишь, сейчас есть солнце, сейчас нет солнца. Блин, ну что себе ты, конечно, замутил. Давай обратно на море перемещу, сейчас погоди, чтобы я тоже сидел, думал, сейчас погоди-ка, так, на море, вот, все нормально. Все, как бы все в порядке, спасибо за зарядку, как говорится. Давай, вот, я вот так вот. Окей. Thank you.
Ты сколько на сейчас человек смотрит? Я смотрю, ты смотришь, слева моя кошка смотрит. Не, а ты что, стрим не ведешь, что ли? Нет. Ой. Ой. Здрасте. Здрасте. Да, вот, как дела у вас? Ну, это было интересно, конечно, ничего не скажешь. Я думал, пошли за чем-то, что-то принесете. Ладно. Ты вот сел, бренчишь на гитаре. Получается, что так. Но ты понимаешь? А, смешно. Ты где учился? Ты понимаешь, что люди, которые бренчат на гитаре, учились в университетах культуры для того, чтобы бренчать на гитаре и туда, и сюда. А, ты типа такой, сел дома, я побринчу, попою, а вот нет. Ну и что дальше? Вот что и дальше, надо это все учиться, этому всему. А, типа я сижу, талант, а, вот не бывает Eminem. Ладно, допустим. Вот не допустим, вот не допустим. Ну, мило пообщались, спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Ну, так пойдет. Можно, пожалуйста, вас попросить? Так вот, красавчик, просто красавчик. Ну вот, да, вот. Ну не, ну блин, спасибо, конечно, да, благодарен. Не, я тебе серьезно говорю, красавчик, просто вот красавчик. Спасибо, благодарю. А что ты будешь играть? Здравствуйте, могу сыграть, да. А что ты играешь? А у меня тут гитара подстроена именно под одну мелодию, могу ее сыграть. Давай. Thank you.
Привет. А ты сам придумал, да, эту мелодию? Не-не-не-не-не-не, это кавер. Я не придумал это сам. Здорово. Не, ну ты хорошо. Вот это. Ты молодец, молодец. Спасибо. Ну да, это Феникс Райзинг называется композиция. Это гитарная композиция, это не песня, а просто вот гитарная мелодия. Я поняла, я не разбираюсь просто, но ты очень так профессионально это все сделал. О, даже так? Ну, спасибо, я рад, что понравилось. Очень, да. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Да, делай что, пока-пока.